Всем привет, друзья! С вами Федя и добро пожаловать на мой 18-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о том, что сегодня со мной происходило. Ну, за этот сегодняшний день. Сегодня я сам встал, папа ушел. Папа с Викой ушли в магазин. Я встал и пошел мыться, душ принимать. Вот. Там они пришли. Потом папа с Викой пришли. И мы начали завтракать. Вот. Ну и после завтрака я сделал уроки. Мы вчера не смогли сделать уроки, потому что нам нужно было с папой в поликлинику. Ну так вот, сделал я уроки и потом решил, схожу-ка я погулять. Вот, ну и оделся. И прежде чем как я оделся, папа мне сказал, чтобы я ему купил оливки, зеленые оливки, без косточек. Вот именно это он просил. Да. Вот, ну я так и сделал, собственно. Ну и вот. Я сначала пошел за оливками, а потом пошел на свою площадку гулять. Ну вот. Гулял там немного. Решил, что я пойду куда-нибудь еще. Ну, я пошел на ту площадку, где, ну, которая рядом со школьным двором, почти рядом. Там немного погулял, покачался на качельках. И решил, все, пойду домой. Но... Я по пути повстречал Даню Граура с Ильей. Они шли за мальчиком по имени Рустам. Без П. Не Рустам. Рустам. Ну и в общем. Я им сказал, ладно. Идите. Но потом подумал, стоя гамба, они за Рустамом идут. Надо бы за ними проследить, бы подумал я. Ну, я пошел вслед за ними, по следам. Ну и я там посмотрел. И теперь я буду знать, где его дом находится. Он был почти с той площадкой. Ну и вот, в общем, проследил я за ними, потом подкрался. И когда Рустам выглянул, я начал бежать. Со всей дури прям. Нет, я не убежал, я еще возвращался. Вот потом они пошли все гулять, а я за ними. По следам. Не показываясь им на глаза. Там еще брат Рустама был. Братик маленький. Он тоже пошел гулять. Ну и вот. В общем, все было в порядке с нами. Мы там ни с кем не ругались и ничего плохого не делали. Вот, мы там погуляли, мои друзья даже в Пятерочку сходили, куда-то им надо было. Вот, и мы пошли на ту площадку, где там, ну, знаете, рядом со своим домом. Вот они пошли играть в футбол, а мы с братом Рустама начали играть в светофор.
Вот, ну и после этого я решил, пойду-ка я домой. Я так гулял до вечера. Пришел домой, и мы начали обедать. После обеда я немножко передохнул, потом начал ужинать. А после ужина все как по плану. Завтра, друзья, будет очень хороший день, потому что... Я завтра буду играть с Викином... С котом Вики. Как это вам еще объяснить? С котом Вики. По имени Лёва. А еще Левонтий. Ну и вот, в общем, такой вот день. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, сходите еще на ночную сову. Всем пока. А я побегу заряжать свой iPad.